Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Здорово, здорово, четко. Всем, ребят, сегодня на нашем обзоре бой на Прогетто 65. На Прогетто 65. Короче, Прога 65. Карта Нормандии. И посмотрим, что нам БС на этой СТшке покажет. Я все еще никак не выкачу. Все никак не соберусь. Ну, телега, что еще могу сказать? Телега, блин. Так, ну а пока наш боец решает, куда ему ехать, хотя он уже, скорее всего, решил, тогда я надеюсь, что вы тоже решили. И огромное вам спасибо за подписку, лайки, комментарии, за то, что вы участвуете в активности канала. Ну и присылайте свои, конечно же, бои. Кто этого еще не сделал, это фатальная ошибка, ребята. Чтобы ее исправить, нужно подписаться, жмакнуть вот этот колокол, вот такой огромный, чтобы вам приходили все уведомления, чтобы вы ничего не пропустили с канала. И будет все супер. Что, через кустик? Через кустик. Что-то такое. Такие, конечно, действия такие непонятные пока. Пока ничего не понятно. Ой, как хорошо. Ой, вазончик получит сейчас свое. Есть. И хомячини. Ну давай, хомячини. Ну тут, опа, наш уже Центурион из БК отвалил просто. Так, Т-110-4 еще разочек получил. Так, ну что я могу сказать, пока счет не в нашу пользу, но, наверное, выводы еще делать рано. Опа, хомячочек. Держи, еще разочек держи. А я вот помню, я вот играл на этом хомяке, мне понравился танк вообще капец. Не знаю, но он и танкует, и набивает. Ну такой вот хомячок, такой джунгарский, такой нормальный, такой пацанский хомяк. Е4 опасно, дорогу. Вылазить такое себе, конечно, на Е4-очку. Кумпол бы увидеть, но с такого угла, скорее всего, кумпол не пробьется. Опа, а вот это не очень... ВЗ это очень плохо. Ну то, что ВЗ не пробило, это прям вообще супер. Ну счет пока до сих пор не в нашу, но по крайней мере 2-3. Опа. Ой, как хорошо, молодцы. Вот ей четверочку расстреляли, это прям вообще супер. А ну еще. Есть. Еще. Поднимайся. Сейчас еще 4 секунды. 4 секундочки. Подожди. Еще там дырочек. Из чего сделан, да? Не знаю, Мишаня, не знаю. Из чего-то крепкого он сделал, не пробили. 3-4. Да что ж такое? Ну, у нас пока из 7-й дедулькин фуловый. Наш боец фуловый. Опа, бабку надо по-любому. Это зараза наделать делов таких. Есть, она не промахнулась. А, ну, тут нужно, в принципе, так. И кранвах получил свое. 3600, 4000 урона. У нашего бойца счет 3-5. Все, наш боец остался вместе с кем? С кем? С дедушкой. Вот это плохо. Там вазон. Блин. Кранваган, давай, все. Все, есть. Тут пока выцеливал, все отлично. 4700. Вы что? Вы хотите, чтобы я посидел с вами, ребят? 5000 урона. Давай. 3 секунды и баб. Там на деда вазон упал. Есть, все, бабка промахнула. Все, давай, так успевай. А, она нахуй стоит. Все, нема вопросов. Хомяк там что-то задумал, короче, начал куда-то проезжать. Давай, надо вазончика. Ис, да ты что? Ну как? Вазона-то не пробил, он же ж не такой, как ты. Не-не-не, тут не прокатит. Ага, наш боец ждет, чтобы было не последний снаряд. Красавчик. 6000 урона, кстати, уже. Ну пока Иса тоже не могут пробить. Давай еще пару секунд. Еще есть. Блин, ну хомячи не заехал. Нет, все, отлично. Давай, держись, дедуль. Не, ну дедулькин тоже мог бы чуть-чуть довернуть бы. Все, боец разрядился, знает, что проиграл. Красава. Вообще, бой великолепный. Блин, проху хочу сейчас. Все, вот однозначно качаю следующую проху.
Все, супер. Бой великолепный. 7200 урона. Вообще шикарно. Вообще супер. Все действия бойца, ну, мне понравились. 4 фрага. Вообще класс. Огромное спасибо бойцу за такой бой. Так ему держать. Красавчик. Ну, еще посмотрим, что там настреляли еще все остальные. Сейчас поглядим, что у нас тут. Так, ну наш Центурион ничего не успел стрельнуть. Сразу он с быка улетел. Ну, так, в принципе, все плюс-минус. Блин, тут 2000. А сколько из 7? 1100 набил. Ну, братка хоть держался. Это уже хорошо. Это уже хорошо. А там хомяк больше всех. 2700 набил. И экран, и вас. Ну, те, которые здесь были. И бабка. Да не, ну там, в принципе, все, кроме Т-54. Вот так. Ну что, я могу сказать. Огромное спасибо бойцу за такой бой. Ставим лайки, комментируем. Кому понравится, кому не понравится, обязательно все пишем. Ну и, ребят, кто подписан, огромное вам от души спасибо. Кто не подписан, я уже говорил, нужно все лишь подписаться, жмакнуть колокол огромный, чтобы ничего не пропускать. Ну и присылать свои бои, участвовать в активности канала. Ну а на этом все. Всем спасибо. Пока.